Рекомендую подписаться на лучшую группу во ВКонтакте по фэндому тачек. Новости, арты, факты, достигнут твоего любимого персонажа и многое-многое другое. Сам тот для фаната тачек. Заходи, ссылка в описании. Всем привет, с вами Анчоус, и в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как установить мод на игру про тачки 2006 года. Данный мод откроет вам несколько новых персонажей, а именно Буста, Диджея, Луиджи, а также позволит играть за Даррел Картри Пай Кинга не только в стадионных гонках. Мне часто задавали этот вопрос, и в сегодняшнем видео я покажу, как скачать и установить этот мод. Слушайте и запоминайте. Итак, опускаемся в описание под этим роликом и видим вот такую вот ссылку. Переходим по ней, и нас выбрасывает на сайт, где хранятся все файлы, которые нам предстоит перекинуть в папку с игрой. Дальше нажимаем на «Скачать» в правом верхнем углу. И у нас выскакивает вот такое вот окно. Не удалось проверить файл на наличие вируса. Но нам, естественно, плевать, все равно скачать, плевать, что наши личные данные будут отсылать к ЦРУ и так далее. Мы ведь хотим поиграть за Буста с диджеем. Так что ждем, когда скачается. Теперь, когда архив скачался, давайте я перенесу его на рабочий стол, чтобы мне было удобнее переносить файлы в папку с игрой. Находим ваш ярлык игры на рабочем столе, правой кнопкой мыши, расположение файла, давайте сейчас передвину. Дальше заходим в папку «Дата» и открываем наш архив. После того, как открываем архив, переносим все файлы отсюда в папку «Дата», подтверждая все замены. Но я этого делать не буду, так как у меня все файлы уже есть. Ну вот и все. Теперь после захода в игру обязательно создаем новый профиль. Открываем любой профиль, даже заходим в «Настройки», «Профили», выбираем «Создать». Создаем любой профиль, неважно какое имя, можно даже выбрать, которое предлагают. Сохраняем его, дальше находим загрузка и выбираем тот профиль, который вы недавно создали. Все, мы создали новый профиль. Ну вот и все. Теперь давайте выберем абсолютно любой заезд, вообще любой уровень сложности, любого персонажа. Вот видите, даже Даррел Картри есть. А мы ведь выбрали обычный режим, не стадионные гонки, а он здесь есть. Там и Кинг, кстати. Давайте выберем молнию, что ли, вообще не важно какого персонажа, и попробуем. При выборе персонажей листать очень медленно. И то, когда вы выберете диджей или пусто, игра крашнется, даже не дойдя до них. Поэтому выбираем персонажей через режим меню паузы. Вот, например, диджей. Как видите, мы можем выбирать поршняка здесь или диджея. Давайте выберем знакомство с новичками и погоняем за поршняка. Вот. Как видите, все прекрасно работает. Вот он наш буст, ну или как его перевели, поршняк. Красавец какой, а. Вообще один из моих любимых персонажей. И теперь давайте я завершу эту гонку благодаря одному багу. Вы, возможно, о нем не знали. Когда вы едете назад, то вы телепортируетесь, и у вас появляется минус один круг. Давайте сейчас попробуем это сделать. И как можете видеть, гонка завершилась без всяких вылетов. Кстати, про этот баг будет отдельный видос, и вы только посмотрите на отрыв. Обязательно запишу отдельный ролик про этот баг. Ну, как видите, все работает. Можем выбрать другой эпизод. Давайте еще знакомство с новичками. Не, на этом достаточно. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии.
Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка в описании, и смотрите другие мои видео. И там тоже не забывайте ставить лайки. Что ж, на этом все. Всем пока!